Алина. Алиса. В общем, нашли они свой закуток счастья. Алина в желтом, Алиса в розовом. Сегодня 20 мая 2021 года. Мы бегаем сейчас около памятника Ленину. Малышки. А это памятник. Это велосипед, да. Ну что, еще по лестнице будем бегать? Велосипед, правильно. Когда-нибудь это будет более членораздельное. Ну, сейчас дойдем до туда. Мороженое. Ну что, по мороженому? Да, мороженое. Все. Все? Устала? Все. Еще? Иди. Малышкам 2 года и почти 4 месяца. Рядом Милана. Плюс 11 лет. Почти 13. Вот они кругами ходят, наворачивают. О, давай сядем. Предлагает, заманивает. Ой, киса это, да? Кису гладит. Подкати ближе. Киса. Киса у девочки. Ее можно погладить. Погладь кису, Алин. Не знаю, что с ней делать. Вот она, погладила. Киса. Кисы-ка. Она игрушечная. Да. Ну, гладить можно ее по-настоящему. Мама, иди, ку-ку. Что? А у меня только у меня киска поцеловала. Ну, не эта киска, настоящая киска. Видите, у меня здесь все поцарапало. Ой, поцарапала киса, да? Ну, это не царапается, она хорошая, она мягенькая. Вообще-то она игрушечная. Малышки нашли друг по другу. Мама, опа, все. Бери, бери цветочек. Нет? Нет. Хотя бы цветочек. Фоткает. Давай, возьми цветочек в ручку. Он подходит к твоему платью. Да, смотри, красиво с платьем смотрится, да? Да. Сейчас я сфотографирую. Очень.